Құрметті Кәрім Қажымханұлы, құрметті әріптестер, елбасының үстіміздегі жылғы 17 сәуірде өткен үкіметтің кеңейтілген отырысында негізгі азық-түлік тауарларын бағаларын нарықтық әдістерімен тұрақтандыру жөнінде тапсырма берілген болатын. Осы тапсырма бойынша жұмыс тобы құрылып, бұл жұмыс тобы ауыл шаруашылық министрлігінің негізінде құрылып, бұл жұмыс топқа көптеген мемлекеттік органдар, оның ішінде қаржы министрлігі, экономика министрлігі және де басқа да мемлекеттік органдар кіріп, осындай іс-шара жасалынған. Этот комплекс мер разработан в соответствии с поручением главы государства от 17 апреля текущего года, где было поручено разработать комплекс мер по регулированию продовольственного рынка с применением рыночных механизмов. Здесь мы должны отметить, что поставлена задача именно о регулировании, то есть о стабилизации цен, но ни в коем случае не фиксации цен на одном уровне. Подготовлен комплекс мер по регулированию продовольственного рынка, который направлен в первую очередь на недопущение спекулятивного и необоснованного роста цен, а также на сглаживание сезонных колебаний цен на продовольствие. Этот комплекс предусматривает оперативные и системные меры. Под оперативными мерами понимаются три основных блока вопросов, реализация которых уже зимой 2011-2012 года дадут свой эффект. Первое – это формирование на уровне регионов стабилизационных фондов продовольственных товаров. Второе – это освобождение от уплаты начисленного НДС крестьянских хозяйств, осуществляющих производство плодовочной продукции. И третье – это выплата упреждающих пособий малообеспеченным слоям населения за повышение цен на социально значимые продовольственные товары. В качестве меры по сглаживанию этих сезонных колебаний цен, а также от необоснованного и спекулятивного роста цен, предлагается на местном уровне создать стабилизационные фонды под управлением операторов. Это подразумевается дочерняя компания СПК. Каждую осень оператор по согласованию с местным исполнительным органом будет производить закуп товара на юге страны, а по некоторым наименованиям в своем регионе. Закупленный товар будет размещен на хранение в соответствующих складах, и далее в период межсезонья операторы, не дожидаясь повышения цен до максимума, отпускают товар в собственной точке сбыта или в торговые сети, с которыми предварительно будут заключены договора о продаже товаров. Вся деятельность стабилизационных фондов и их операторов будет регламентирована правилами, которые разработаны в центре и спущены в регионе для единообразия их деятельности. В качестве перечня товаров определены 6 наименований товаров. Подобный опыт был успешно реализован в прошлом году за счет ресурсов продкорпорации. Было закуплено в 2009 году около 20% ресурсов зерна на рынке, тем самым не допустив очень резкое снижение цены на зерно. И в то же время в 2010 году, в период повышения цен на зерно, этот ресурс был реализован на внутреннем рынке. И несмотря на то, что цены на зерно повысились более чем в 4 раза, цены на хлеб и на макаронные изделия первого сорта остались на том же уровне. Второе. Блок мер – это освобождение от уплаты начисленного НДС крестьянских хозяйств, осуществляющих производство подовочной продукции. Решение этой проблемы видится в уменьшении на 100% начисленного НДС для субъектов, занимающихся производством подовочной продукции. И в пользу этого предложения говорит международный опыт в таких как странах, как Канада, Австралия, пошли именно по этому пути и освободили от соответствующих налогов на основные сельскохозяйственные товары. Третий блок мер – это адресная поддержка малоимущих граждан. Суть этой работы в том, что повышение цен на продукты питания компенсировать малоимущим гражданам, выплачивая им адресные пособия. Законодательная база, инфраструктура для этого у нас в стране существует. Государство уже платит малоимущим гражданам различные пособия на их лицевые счета. И вот эти адресную социальную помощь, мы считаем, надо там более акцентировать именно вот ту долю, которая идет на повышение цен.
и эти расходы индексировать уже каждый месяц, а не раз в квартал, как сейчас это происходит. Считаем, что вообще адресная защита населения – это более правильный и рыночный, и социально справедливый путь. Его преимущество в том, что государственная помощь не распыляется на всех, в том числе и обеспеченных людей, а направляется адресно тем, кто нуждается. Теперь вот о системных мерах. Необходимо отметить, что все вышеописанные оперативные меры не дадут должного эффекта, если параллельно не будут реализовываться системные меры по наращиванию производства продовольственных товаров. Работу по увеличению объемов собственного производства необходимо начать с анализа производственной цепочки от выращивания до реализации этих продуктов питания и в ней предусмотреть расшивание узких мест на каждом этапе. Начнем вот с производства. Министерство сельского хозяйства составлен баланс производства и потребления по каждому региону республики путем вычитание объемов потребления и экспорта от объемов производства. И рассчитанный дефицит предлагается свести к минимуму, дав определенные индикативные планы для выполнения по наращиванию объема продовольствия. Далее важным вопросом становится сохранность в зимний период. Мы знаем, вот, сколько есть дефицит мощностей овощехранилищ, и также считаем, что необходимо поставить определенные планы по строительству этих теплиц перед акиматами. Конечно, строительство это должно делаться за счет частного бизнеса, и у акимата есть все рычаги для стимулирования строительства этих рынков за счет подготовки инфраструктуры в рамках дорожной карты, предоставления земельных участков соответствующих и также другие соответствующие меры. Следующее звено – это оптовая торговля. Опыт зарубежных стран показывает, что оптовые логистические рынки позволяют сократить торговую наценку, легализовать капиталы на рынке продовольствия и контролировать качество продукции. Продкорпорация приступила к реализации такого проекта в Астане, который предусматривает создание логистической инфраструктуры. Акиматы могут взять этот проект за образец и привлечь частные компании к строительству аналогичных центров в своих регионах. И, наконец, розничная торговля. Единственный путь снижения торговых наценок и удешевления за счет этого продуктов питания – это, считаем, что повышение конкуренции торговых сетей. Этого можно добиться вот в купе вместе с этими логистическими оптовыми рынками, а также строительство новых рынков и новых торговых точек. Все это, конечно, должно делаться за счет частного бизнеса, и местные исполнительные органы должны стимулировать к этому. Акиматам нужно поставить себе целью довести количество рынков и торговых комплексов до указанного уровня. Большим подспорьем в этом должны стать коммунальные рынки. Тут также ситуация неоднозначна. Например, в Актобе приходится 11 рынков при населении 400 тысяч человек населения. И, например, в городе Астане всего лишь один коммунальный рынок. Все эти меры надо унифицировать, деятельность их надо зарегулировать, потому что сейчас они занимаются в основном совсем не тем, чем должны были изначально. Все эти меры по стабилизационным фондам нами оценены в размере около 17 миллиардов тенге, которые считаем, что при уточнении бюджета необходимо как-то сделать доступными для акиматов. В случае вот одобрения вот предлагаемый комплекс мер предлагаем утвердить постановлением правительства и внести его в соответствующем установленном порядке. Спасибо за внимание.